В Барнауле рабочие приступили к установке основания под опоры трехпролетного путепровода на новом рынке. Поясним, мост состоял из двух частей – трехпролетный и восьмипролетный. Сейчас на месте ведутся земляные работы, а точнее устройство котлована. А в ближайшее время здесь сделают шпунтовое ограждение котлована. Об этом сообщил телеграм-канал «Мост». Сразу после поставки металлоконструкции начнется сборка нового моста. В планах до зимы выполнить большую часть работ, связанную с опорными частями. Между тем, на трехпролетном путепроводе недавно завершили работы по стыковке труб тепловой сети основных магистралей. На этой неделе произойдет их плановый запуск. До конца сентября рабочие демонтируют восьмипролетный путепровод. Напомним, старый путепровод прослужил порядка 60 лет и давно пришел в аварийное состояние. Мост закрыли для движения транспорта в мае этого года, а после демонтировали. Завершится строительство нового путепровода в конце ноября следующего года. Мост станет значительно шире. Появятся по 3 полосы движения транспорта в обе стороны, 2 трамвайные линии и широкие тротуары. Ирина Корчагина, Вадим Быстревский. День с толком.